Очень интересно узнать вот о вашем технологическом решении. У нас видеосервис-деск. Мы соединяем распределенных переводчиков с приложением, которое оказывает перевод для глухих. По факту мы предоставляем сервис обеспечения доступной среды в МФЦ, больницы, поликлиники, участки полиции по всей стране. То есть наша задача обеспечить любое учреждение, где есть пандус, точно таким же удаленным жестовым переводом. Это даст нам возможность в распределенном режиме загрузить переводчиков и не бегать им ножками вместе с глухими, а глухим получать услуги в тот момент и в том месте, где им это необходимо. Расскажите, а почему вы решили запустить такой проект? Может быть, какая-то история была знакомства, и вот вас заинтересовала эта проблема? Не могу этим похвастаться, что меня задела эта проблема. Я встретил человека, который этим занимался, и я помог ему реализовать этот проект. А дальше меня этот проект заразил объемом проблематики на рынке, который есть, той неструктурированностью среды государственной поддержки и ее неэффективностью. И возможностью реализовать это через технологические решения, некую такую реформу без увеличения значительного государственного финансирования, качественно поменять уровень и качество жизни сотен тысяч людей.